Всем привет, с вами Галактики, и мы продолжаем играть в Borderlands 2, продолжаем проходить DLC про пиратов. Я опять забыл, как она называется. Я никогда не вспомню, как она называется. Мы его пройдем быстрее, чем я вспомню. Так, и в прошлой серии мы собрали все части, чтобы собрать последнюю часть компаса, да? Да, отлично. И теперь пойдем отдадим их Герберту. И он нам соберет последнюю часть компаса, которую мы отнесем королеве пиратов. Скарлетт. Так хочется сказать. Я только просто одну Скарлетт знаю. Это Скарлетт Йоханссон. Поэтому мне все время хочется назвать эту Скарлетт Йоханссон. Вот. Но не суть. О! Нет! Что? Как? Это было гениально. Зачем я прыгнул? Зачем я прыгнул? Окей, попытка номер два. Просто 1 000 000 вот так вот выкинул только что. 1 000 000 вот так. На. Заберите. Просто заберите у меня этот миллион. Но бывает. Бывает. Как же без глупых смертей-то? Так, попытка номер два. Главное не прыгать на этом лифте, я запомнил. Главное не прыгать. Ни к чему хорошему это не приводит. Давайте пока посмотрим, пока лифт идет, посмотрим, что у нас в этом сундуке. Тут никогда ничего интересного не бывает в этих сундуках, но... Давайте заберем все же. Так. Все? Все, поехали. Я стою на месте, я убрал руки с мышки и клавиатуры от греха подальше. Не хочу я заново бежать и ждать, пока лифт приедет. Почти же доехал в прошлый раз, надо было вот так вот прыгнуть, а? Все, побежали. Эй! Можно лифт будет рисовать отсюда. Хорошо. Герберт, я иду к тебе. Жалко, лифт так далеко идет. Ну хорошо, что он спущен. Не придется ждать, пока он опустится, да? Получай, гадский паукан. Как он в полете даже пытался пострелять в меня. Поплевать меня какой-то гадостью. Так, Герберт. Герберт. На русском вроде Герберт, правильно? О, тихо. Сейчас опять упаду куда-то. Прикольно, везде пальмы. Везде пауки. Убегаем от пауков. Любуясь пальмами. Так. Все, пауки отстали, хорошо. Сундук уже не открывается. Да. Забирай. And this goes there, and tighten that, cut that down just a hair. Aha! Here you go, the last piece of the compass. Ура! Now give that to Scarlett, along with the tapes, and she'll love me again. And if she doesn't, I'll follow her, and I'll smell her, and I'll just make her love me. You got the compass piece? Great! Now give her that little gift I gave you and come on back. А, оставить ему маленький подарок. Сейчас он взорвется здесь. Я уверен. Sorry about that, Herbert. Oh, I forgot to mention you were carrying a rather large bomb around with you, didn't I? Many apologies. Now just bring back that last compass piece so we can find out where the treasure's buried. Окей, так, мы теперь вот так вот, чтобы время лишнее не тратить, насладились взрывом Герберта, перезаходим, оказываемся возле станции быстрого перемещения и быстренько-быстренько мотаем к Скарлетт. Сдаем ей все части компаса, но это еще не все, это еще не конец, мне кажется.
Так. Скарлетт, ты где? А, она, по-моему, была сверху, если я не ошибаюсь. Да? Ну не здесь, а вот здесь. Или вот там вот. Да, вот здесь. Скарлетт. Да, вот она. Я что-то ее не заметил. Посмотрел на этого мужика и спрыгнул вниз. Окей. Такая симпатяшка. Без руки и без ноги. А, да. Это плохо. Это плохо. Это одно из самых сильных оружий в игре. Ну и на 59-й левел оно мне не надо. Ну а дальше мы... Ну ладно, все равно потом качаться. Окей. Time to assemble the compass and find out where Captain Blade buried his treasure. This is my piece of the compass. Take it. Спасибо. Now combine it with the other three pieces of the compass you've collected on that table over there. There it is, the compass of the sands. Please grab it. Так, песчаный ястреб. Давайте мы возьмем его. Вроде бы, да, ничем не примечательный, 13 тысяч урона всего лишь. Но там далеко не 13 тысяч урона, там огромное количество урона. Давайте сейчас попробуем стрелять где-нибудь. Это шикарнейшее оружие. Но им, конечно... Так, не попал опять же. Captain Blade built the Magnus Lighthouse a few years before he died. His notes say that if you take the compass to the top of the lighthouse, it'll show you exactly where the treasure is buried. Of course, Blade's notes also had a lot to say about society being secretly run by sentient tacos. He kind of went off the rails there near the end. Так, а ну-ка. И... Новая локация. Правда, почему-то я ни разу не видел, чтобы ганзеркеры из двух рук стреляли из этих сэндхавков, с пустынных, с песчаных ястребов. Но... Сейчас посмотрим. Отчет как-то вроде не очень. Да, что-то как-то и не очень. Что-то вообще не очень. Ну правильно, у меня просто бонусы идут на урон из пистолетов, да? Ну и ладно. Тогда точно мы жалеть не будем о этом песчаном, пустынном. Песчаном, пустынном, я уже не помню, какой он там ястребя. Так гораздо приятнее все же. Так, нам наверх, как я понимаю. Да? Да, вот он лифт. А, не лифт, а поднимаем заграждение, да? И теперь какой-то маяк. Маяк магния. Звучит, конечно, не очень. Ну, магния? Там? Магния. Ну, не знаю. Не суть. Так. И нам надо будет сейчас как-то подняться на самый верх. Класс. На кране чувак висит. Обалдеть. Ничего такой урон вошел, да, в меня? Щит аж сразу слетел. Нашествие караштышек какое-то. Оу! Оо! Как
такой интересный товарищ. Он еще мягче, чем вот эти вот. Так, куда нам идти? Давайте мы продолжим наше путешествие, а то тут воевать с ребятами можно, мне кажется, очень долго. И это все бессмысленно абсолютно. Так, ну, там была лестница, да, я видел, но она куда-то на балкончик вела. На балкон залезем. Раз, раз. Больше некуда. Так, давай, 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 давай. Добиваем, добиваем, добиваем. Отлично. Нет, не успел. О-о-о-о. Какой товарищ немаленький. Отлично. Воу-воу-воу, там сейчас все взорвется. Нет? Да, там все взорвалось. А, вот еще одна лестница. Вот эту лестницу я не заметил. Вот. Это другое дело. Вот нам сюда. Побежали. Левиафан умрет, защищая сокровища, в общем. Я вообще не знаю, куда я бегу. Куда-то бегу и бегу. Ну ладно. Давай сюда. О, вот, подъем. Я увидел. Музыка затихла. И новая началась. Ага, спускается лифт. Долго спускается, конечно. Зато мы по патроны пополним, пока лифт спускается, пока мы постоим, просто тут не стреляем, ничего не делаем. Патрон у нас пополняется. О, боже мой. Как же он долго спускается. Тихонько, тихонько. Еще один, конечно, классный лифт. Вообще не знаю. Молодцы ребята, создающие эти локации. Не знаю, я просто балдею. Я вот играю, мне не надоедает. Это реально лучшая игра за последние несколько лет. Я вообще, по-моему, ни в одну игру. Хотя, даже не знаю. По-моему, все-таки ни в одну игру я столько часов не просидел еще. Как вот в Borderlands. Добрались до маяка. И маяк красивый, такой заросший. Постапокалиптический такой вид у него, конечно, клевый. И еще один долгий лифт нас ждет, я понял. Ну, этот вроде чуток побыстрее, хотя надо было музыку такую из этих, из лифтов американских поставить. Так, ну, мы пришли. Но это подстава, я чувствую. You did it! It looks like the treasure's buried in worm water! I'll meet you out there! Встретиться со Скарлетт. Окей. В каких-то теплых водах. Компас показал, что лежат сокровища. Ничего интересного для меня. Так, и куда мы, как нам, куда добраться-то? Давайте мы посмотрим.
Понятно. Наверное, вот так вот. По-моему, вот там вот переход. And don't worry, I still need your help to get past whatever traps there might be in the treasure. Just kidding! It's honestly been a lot of fun, but this is where you die. Все, Скарлетт решила со мной не расправиться. Ну нет, не тут-то было. Убить двух лейтенантов Скарлетт. Наемники. Пока лейтенантов не видно, да? Они, наверное, будут большие такие. Большие и выйдут попозже. Под самый конец, наверное. Тут главное, чтобы не закончились патроны на таких вот боях. Это очень неприятный момент. Такие будут. Они... О, первый лейтенант пошел, хорошо. Лейтенант Уайт. Куда ты делся? Вот ты где. Лопнул первый лейтенант, хорошо. Так, ну опять ты убежал куда-то. Блин. Как раз когда пошли манишоты, так... Они куда-то все время перекатываются. Эй, отлично. Окей, поехали. Магнус Эскейп. Окей. Вормуатер. Не warm water, не теплый вода, warm water. Что-то произошло. Ладно, прыгаем. О, я попал? Я попал? Да, я попал, смотрите. Берем лодочку. И смотрим. Ага, посмотрели и хватит. Поехали, давайте включаем закись азота и погнали. Погнали. Жалко, подпрыгивать нельзя. Ну, что я должен здесь найти? Ага. Нас, по-моему, съели. Мы, по-моему, пусть будет это ртом. Логово Левиафана. Ну что, мы внутри какой-то гадости? И внутри этой гадости логово Левиафана? Что-то тут не то. Так, продаем этот хлам. Продаем. Тут мы что, мы Сэндхавк? Оставим. So the bad news is the Leviathan swallowed us. The good news is it's taking us to the treasure room. But the best news is, you remember my pet Роско? I found him. Боже мой. Роско. О. Интересно. Или не интересно. Там быстро умирает. Well, discretion's the better part of running away. Till we meet again, Vault Hunter. Oh, damn, I dropped my pistol.
Do me a favor and don't grab it, would you? Because that would be stealing, and stealing is wrong. Так, все. Теперь обратно. Левиафан, в общем, это оказывается просто этот червь. Я думал, он как-то побольше. А тут он, в общем, нас проглотил, и я даже не знаю, как-то это. Народ, это не очень похоже. О. Вот он, Левиафан. О, это другое дело, это уже да. Это уже интересно. Так, рот он закрыл. Может, ему по глазам стрелять куда-то, да? Может, это вот там мягкие места. Давайте попробуем. Не знаю. Так, закрыл. Я пока не знаю тактики на этого босса. Попробуем как-то выжить. Вроде ничего интересного он такого пока что не делает, да? Давайте его постреляем куда-то. Сердце. Что-то как-то это даже грустно немного. Может, я просто еще не увидел всей силы Левиафана. Может, это первая фаза только? Долгая такая. Ну, относительно долгая. Так, лопнула первая часть. Это черви пошли. Первый урон, по-моему, только вот сейчас по мне пошел, да? Подставляет нам свои глазики, в которые я успешно не попадаю. Так, хорошо. Привет. Бам. А, этот глаз тоже лопнул. Этот глаз лопнул. Так, тут урон вообще по нему не идет, окей. Ладно, тогда повоюем с червяками. Я не знаю, надо ли это делать или не надо. Да, урон не идет, значит, наверное, надо с червяками воевать. Всех убил, а еще и маленькие какие-то. Так, королева, это была королева песчаных червей. И о, отлично, наконец-то открылся, и можно по нему немного пострелять. Воу, вот это удар я не пережил таким. Черви? Может, черви? Спасут меня. Черви. Спасите. О, отлично. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Ждем, пока он опять поднимет голову. Что-то он не особо хочет ее поднимать. Так, 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 так. Отлично. Да. They were amazing, weren't they, Lionel? Tay, Corruptor. I agree. Давайте сейчас убьем последнего червяка этого гадского, что-то. Хотя, наверное, уже не надо убивать его. Так, и куда нам предлагают идти? Сюда? Туда? Куда? Yeah!
отлично. Кусочек Иридия. Да, наверное, вот сюда. Или нет? А, нет, вот сюда, да, что-то есть похожее. Ага. Там, может, как-то по-другому обойти можно было, я не знаю. Но вот сюда нас отправляют. Окей. And as the sun set on Pandora, the Vault Hunters realized that while they'd found Captain Blade's lost army, the true treasure of the sands had been inside them all along. The end. How was that? That last part was really hokey. Yeah, it felt kind of contrived, didn't it? Extremely. But otherwise, you ended that story pretty well for a dirty little orphan. Thanks. Ah, don't mention it. I gotta teach somebody to tell these stories when I'm gone. Might as well be you. Yeah. I love you, Marcus! That's weird. Окей. Пропускаем титры. Смотреть до конца их смысла нету. Диалог там закончился. Мы послушали вариант концовки этой истории от какого-то беспризорного мальчика, которого Маркус, я не знаю, где-то нашел. И идем же за сокровищами, наконец-то. За сокровищами Левиафана. За сокровищами Капитана Блейда. Я, правда, не знаю, куда идти. Наверное, вот так, нет? Ну, как-то так. Прямо какой-то прыгательный квест. Вот они, сундуки. Сундуки моей мечты. Вот они, вот они. Открываем, открываем всех. Сейчас я буду открывать все сундуки. О боже мой, как их много, как их много. И какой из них фуфел падает, какой из них фуфел падает. Фуфел, фуфел, фуфел. Так, синий пистолет и говнище. Так, что-то интересное. Нет, это тоже говнище. Так, давайте сначала по этой стороне заберем синий пистолет. Я не знаю, зачем продадим. Ракетница, говнище. Так, это у нас что? Адаптивный щит. Больше сам щит, но меньше хп дает. И меньше резист элементом. Неинтересно. Тоже неинтересно. Так, тут у нас тоже. Тоже говнище. Хорошо. Синие пушки забираем. Лаунчерамо. Все, все это ерунда. Ну-ка, вот тут что у нас? На сирену модификатор. Коррозивный. Ну, в принципе, такой неплохой это, если бегать в коррозийном билде. Ну, с, не в элементальном билде, точнее. Так, что у нас тут? Интересный дробовичок. А ну-ка, давайте попробуем. Это тот, который... О, да, мне он так нравится, я не знаю. Просто тем, что он шариками такими стреляет. Он полное фигнище вообще. Говнищем назвать его, конечно, язык не поворачивается, но ерунда полная совсем. Так, бонус спред, что-то все, 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 ребята, на этом и закончилась наша DLC про пиратов. Заняло всего у нас 3 серии, и следующая на очереди у нас будет. Так, какое? Короче, еще одно DLC у нас есть. Я не помню, какое. Что-то из головы вылетело. Сэр Хаммерлок. Большая охота сэра Хаммерлока. Вот. Большая охота. Следующая у нас будет большая охота. Поэтому всем спасибо за просмотр. Всем пока и увидимся в следующей серии, в следующем DLC.